День в день, час в час, минута в минуту. Радио Балтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Ну, кто же сказал, что специалист по недвижимости не может быть творческим человеком? Елена Коржева сейчас у нас на прямой связи. Как раз опровергает стереотип писатель и представитель агентства «Экоцентр». Добрый день. Здравствуйте. Да, Елена, обязательно поговорим еще и о недвижимости. Вы действительно в этом деле эксперт. Я знаю, десятки лет вы занимаетесь вот этой сферой. Но все-таки вот в последнее время, по крайней мере, очень много почитателей вашего таланта внимательно следят за вашими литературными трудами. Вот, может быть, несколько слов об этом, когда вы начали писать. Не знаю, может быть, как-то пандемия вас подвигла. Что это вам дает? Вот, может быть, несколько слов об этом, о ваших книгах. Ну, давайте по порядку. Да. Начала писать я в 2009 году, как раз когда был вот этот вот безумный совершенно кризис. Да. То есть совершенно не было никакого позитива. Жить без позитива я лично не могу, мне скучно без позитива. И поэтому я стала писать. Начинала я с простой книжки «Курьезы профессии», то есть у меня стояла задача. Поскольку работы совершенно нет, я каждый день писала по одному рассказу. Ну, вот так набралось. Супер, у да. меня, значит, на первый сборник «Курьезы профессии». Ну, это же главное начать. Дальше это уже точно. Остановиться трудно. Поэтому дальше пошло больше. Ну, на сегодняшний день у меня, наверное... Я не знаю даже, сколько у меня книг. Ну, 10 наберется круглое больше. Число. Больше. Больше. Ну, я так понимаю, что вы уже отошли от курьезов профессии, пошли дальше, уже абсолютно не связаны, да, вот с профессиональной вашей деятельностью. Конечно. Нет, давайте не будем совсем зачеркивать да. профессиональную линию, потому что недавно, вот буквально у меня вышла книга «Записки риэлтора». О. Да. То есть это спустя какое-то количество лет продолжение пошло курьезов профессии, записки риэлтора. И сейчас, в общем-то, в работе записки риэлтора 2. Они пополняются, ну так, по ходу пьесы, да, то есть. Да. Вот один риэлтор мне сказал, что риэлторы это вот не просто там люди предприимчивые, люди разбирающиеся, естественно, в том, в чем, что они делают, но еще и в какой-то степени это психологи, потому что им приходится вот сталкиваться с совершенно такими, может быть, невообразимыми жизненными ситуациями, вот когда люди, не знаю, продают квартиру, покупают, меняют, подыскивают что-то. Это так? Нужно быть психологом? Ну, жизненно необходимо разбираться в людях. Мы же не просто абстрактные квадратные метры продаем. Мы же продаем жизнь человека, по сути, да? То есть, если это инвестиционная недвижимость, да, это квадратные метры. Но, как правило, основной это потребитель наш, это обычный человек, у которого в жизни что-то случилось. У него что-то произошло. У него кто-то родился, кто-то умер, кто-то женился, кто-то развелся. То есть это очень личное, понимаете, это личное, связанное с самой жизнью человека событие. Да? Даже если он сменил работу и место жительства, поэтому меняет. Он меняет свой образ жизни. То есть это нечто большее, чем просто сделка, чтобы люди понимали, да? Конечно, конечно. Вот хорошо, но кто-то может сказать цинично, ну вот вы понимаете, но все-таки риэлтор это же не... У него бизнес состоит в том, чтобы, не знаю, продать, и, ну помочь продать или там, не знаю, обменять, купить. Как вот вы пытаетесь разделить вот это вот человеческое понимание, что у человека что-то произошло, иногда какая-то неприятность, ну, к примеру, раскол в семье, надо вот отделяться, разделяться, да, вот все это режется по-живому, с одной стороны. И с другой стороны, необходимость вам тоже вот зарабатывать на жизнь, это все-таки бизнес. Как удается вот это вот совместить? Ну, так же, наверное, как любому другому человеку, который работает с людьми. Будь ты таксист, будь ты врач, ну, будь ты юрист. Да. Ну что, адвокат работает с какой-то совершенно жуткой семейной историей или не семейной историей, потому что он деньги не зарабатывает.
Действительно, да. Да, хорошо. Вот говоря вот о вашей первой книге, с чего все началось, это вот курьезы. Вот много ли было курьезов? Я понимаю, что все вы не припомните. Может быть, какой-то действительно был случай, который остался вам в памяти, врезалось. Может быть, когда вы только начинали вот заниматься вот риэлторской деятельностью? Ну, поскольку начинала я аж 28, наверное, сколько я могу запутаться? Ну, с 90-х годов, да, да. С 93-го, вот так правильнее, да, потому что каждый раз подсчитывать эти годы, там уже пальцев не хватает. То есть понятно, что случаев было немерено. Самое забавное, что, ну, для меня забавное, да, это сейчас, когда я просто иду по улице, я просто вот подходят люди, говорят: «Здравствуйте, вы меня помните?» А где что-то помнишь всех, да? Вас было больше 8 тысяч моих клиентов. Я не могу помнить всех. Но я точно благодарна вам за то, что вы помните меня. Вероятно, потому что я сделала что-то хорошее. Потому что иначе бы люди не подходили через многие годы или благодарили бы. Я подозреваю так. Вот. Не всех я помню, к сожалению, но что делать? Вот. Но главное, что есть обратка. Вот люди приходят просто. Или приходит девочка, ну как, молодая женщина приходит ко мне, говорит: «Елена, вы меня помните?» «Нет, не помню». «А я была, мне было 12 лет, у меня были косички. Вы помогали моим родителям». Ну, 20 лет прошло, котенька. Ну, ты была с косичками. Но я тебе запомнилась. Значит, я сделала что-то хорошее для твоих родителей. То есть, в принципе, для вас это важно, чтобы осталось такая, ну, не знаю, там, добрые воспоминания. Не просто вот сделка закончилась, до свидания. Конечно. Конечно. Ну, а как по-другому? Послушайте, ну, это же человеческий фактор. Я не могу не считаться с тем, что передо мной живой человек. Конечно. Да, вот... Может быть, такой вопрос, он прозвучит как-то банально, но он достаточно важный. Вот когда вы начали писать, все-таки вы прежде всего, вот вы думали о себе, что вам хочется вот это, не знаю, положить на этот лист бумаги, вот это, и, не знаю, излить душу, или вы все-таки думали о том, вот как этот читатель виртуальный, еще X, это все воспримет? Вот когда вы начинали, какие у вас были ощущения? Начинала я писать однозначно для себя. Я представления не имела, что это выльется в какую-то безумную толпу книг, и что это вот, что я реально стану писателем, членом Союза писателей Латвии, членом Союза писателей России, там каким-то там номинантом, лауреатом и прочее. Я даже даже в мыслях не стояла. Я писала для себя. Да. Все-таки, может быть, не все еще знакомы с вашим творчеством, есть такая возможность сейчас благодаря интернету это все дело сделать, но вот все-таки эти произведения, это, ну, не знаю, в какой-то степени может такое слово документальное искать из вашей жизни? Или сейчас уже тут есть обыкновенный такой вот художественный вымысел, такой вот чуть-чуть налет фантастики? Давайте подумаем. Например, у меня большая книга, которая называется «Рукописи с тайной комнаты». Это исторический криминальный триллер, который, в общем-то, ну, история начинается в 1930-х годах в Курземе и продолжается в наши дни с отсылкой на минуточку к временам крестоносцев, герцога Якоба и так далее. Ну, сколько здесь моего опыта? Ну, минимально, да. Ну, там есть документальная основа? Нет. Оговорюсь, я неправильно сказала. Что такое документальная основа? Я писатель. Это все родится у меня в голове. Весь сюжет, все выстроено в моей тетради рабочей, то есть где я рисую вот это, да, всю канву действия и так далее, да. Но я выбираю героев. Так, я смотрю, хорошо, окей.
кто у меня герой? Ага, каким он должен быть? Ну, понимаете, это акт рождения, акт творчества, это акт рождения героя. Потому что я его должна слепить и выпустить. А дальше он будет действовать сам. Уже дальше герой меня ведет. Я должна его сделать таким, чтобы он привел меня в правильную сторону, туда, куда я хотела бы, как автор. Но я даю свободу герою, выпускаю его в жизнь. И был у меня один такой герой в этом романе как раз, Алекс. Парень, значит, мне нужно было, чтобы это был человек, который потомок латышского ребенка, эвакуированного в годы войны в Россию. Ну, в общем, он понятия не имеет, что он чей-то там потомок. Угу. Он знать этого не знает, да, то есть вот есть мама, папа, бабушки, дедушки, то есть он ничего про это вообще не знает. И узнает он об этом совершенно случайно. И я его создавала, и так, где он может быть? Окей, он мне нужен кто? Он мне нужен, чтобы он был ученый. Хорошо, он ученый, значит, где он учился? Ага, в Новосибирске. То есть я собираю, ну, где реально у нас могут быть университеты, в которых он учился и так далее. Да? То есть я по крошечкам собираю эту личность. Когда я его создаю, я обнаруживаю прототип. Живой и реальный. Вы понимаете, что происходит? Я обнаруживаю прототип этого Алекса, существующего здесь и сейчас. Ладно, дальше больше. Я создаю прототип героя барона. Мне нужен барон. На минуточку, барон, который владел вот такой-то усадьбой. Угу. И после этого барона мне, как автору, надо, чтобы осталось нечто. Вот. То, вокруг чего пойдет, собственно, вся история. Я создаю этого барона в своей голове, наделяю его какими-то чертами и начинаю его овеществлять, то есть я даю ему жизнь. Потом я натыкаюсь в очередных своих поисках в интернете, я натыкаюсь на реально существовавшего барона Дистелрой, фон Дистелрой. Так. И самое смешное, что если вы сейчас наберете в интернете барон фон Дистелрой, вы не получите ссылку на того барона, которую нашла в свое время я, и с дуру не сохранила. Вы получите ссылку на мой роман. Это замечательно. Хорошо, я тогда такой вопрос вам задам, наверное, его уже вам задавали. Как вообще ваши близкие отнеслись вот к вашему увлечению? Потому что, ну, когда в семье появляется писатель, как я представляю, кто-то может сказать, блажь, ну, человеку уже должно быть увлечение. Не знаю, у кого-то есть рыбалка, у кого-то чтение книг, а кто-то сам пишет книги, ну, ничего, чуть-чуть позанимается, потом надоест. Или они восприняли это серьезно, как должное, и сказали, ну, что ж, это вот новая ипостась, новое направление, значит, уже накоплен, вот как считается, что вот писатели, которые начинают писать все-таки в зрелом возрасте, это правильный подход, потому что мало того, что надо обладать каким-то, не знаю, там, литературным даром, надо все-таки еще жизненный опыт, без этого никак. Вот как ваши родные и близкие ко всему это отнеслись? Ну, муж у меня философ, он стоически... То есть философ относится. Настоящий? Нет. По жизни философ, я понял, да. По жизни философ, да, он мне прощает все мои выбраки. Ну, то есть, если жена утром проснулась, и вместо того, чтобы делать завтрак, она сидит и колотит по клавишам, ну, значит, так и надо. Угу. То есть, ну, что теперь делать, да? То есть, ну, так. Вот так, да. Обстоят дела так нынче. Он не возражал и даже был одним из самых первых слушателей. Вот. Ну, другие родственники, ну, по-разному. Как бы кто-то сразу принял, кто-то не принял меня как писателя до сих пор.
Ну, он же от этого не стал, не перестал быть моим не родственником, да? То есть он же все равно родственник. Ну и все. Угу. Просто он меня видит в какой-то другой ипостаси. Ну и слава Богу. Вот, наверное, такой вопрос тоже традиционный, не знаю, о творческих планах. Все-таки, вот вы рассказали об этом триллере, который вы написали, значит ли это, что вы пришли к выводу, что да, вот этот детектив, такой исторический детектив, это ваше, и дальше нужно уже продолжать идти вот в этом направлении? Или нет, вы себя не ограничиваете никакими вот жанрами, рамками и так далее? Я себя точно не ограничиваю. После него вышел у меня абсолютно фантастический роман «Силы небесные». То есть это классическая научная фантастика. Ну, так не захотелось, так я написала. А потом у меня есть совершенно другой жанр. Это нон-фикшн, я себя попробовала в этом жанре. Замечательно. Написала, да, «Продавать легко» с восклицательным знаком. Вот, а в жизни вам это помогает, в обыденной жизни? Ну, не знаю, даже в работе риэлтора, да, что вы, может быть, на что-то теперь смотрите вот с такой, не знаю, в какой-то степени философской стороны, да, ну, вот, не знаю, вот такой клиент попался, вот такая сделка, ну, значит, не мое. Ну, я вот как бы так после штрихами обозначаю, ну, чтобы понять, как меняется, не знаю, ваше настроение. О, никак. Поэтому вы разделяете четко, да? Вот это литературное творчество и вот недвижимость. Конечно. Вы понимаете, что, ну, это... я скажу то, что не понравится, может быть, людям, но я все равно это скажу. Вдохновение, ожидать вдохновения каких-то там таких вот невероятных... муз, явление, да. Да, это, как я считаю, это все-таки удел дилетанта. А профессионал, он должен собраться и делать то, что он должен делать. И если я должна сегодня, например, делать сделку, я буду делать сделку, как риэлтор. То есть я буду в шляпе риэлтора, ну, как вот трубачист, да вот. Вот. То есть я буду в шляпе риэлтора, и от начала и до конца я буду в этой шляпе. Если у меня сегодня по плану писать, ну, окей, конечно, 10% музы все-таки мне необходимо, да, я должна как-то вот планировать свою писательскую деятельность, но я просто сажусь и пишу в другой шляпе, в шляпе писателя. Бывает, конечно, бывает, когда эти две роли пересекаются. Угу. Это, ну, они не то что пересекаются. Скажем, роль писателя пересекается с моей ролью любой. То есть я могу быть в этот момент риэлтором, женой, матерью, кем угодно. Вдруг мне приходит идея. О, вот это надо написать. Поэтому у меня всегда есть рядышком блокнотик, ручка, и я черкану себе там три слова, что вот это надо... Такие знаковых написать. Слова, да. Угу. Да, вот просто напоминалка, да, вот это надо написать. Все. И когда у меня вот, скажем, есть время уделить, к сожалению, этого времени мало, но, тем не менее, когда у меня есть время заниматься литературой, я открываю свои шпаргалки, говорю, так, это нет, а, вот, вот тут вот этот список, да, сегодня я хочу писать звериные истории. Вот у меня тут 5 тем, ну, какую возьмем? Ну, давай про ворону. И у меня появляются звериные истории. Значит ли это, что вы, в принципе, себя не считаете, не знаю, такого поза, да, может быть, неожиданный, не считая себя женским писателем? Я почему говорю? Потому что есть целая плеяда достаточно известных, по крайней мере, мы говорим в Рунете, да, те, кто пишет на русском языке, писатели, которые так себя обозначают, не знаю, автор женских детективов, там, не знаю, автор каких-то женских романов. Они говорят, да, я женщина, я пишу для женщин, я их лучше чувствую и понимаю своего писателя, своего читателя. Вы так, я так понимаю, никогда себя не ограничивали, что я пишу для женщин. Нет. Более того, я не пишу только для женщин. Абсолютно нет. У меня нет дифференциации исключительно по
сексуальным признакам. Совершенно нет. А нет таких опасений, но мы же понимаем, в каком мире мы живем, да, нет таких опасений, что люди, ну, не хочу опять-таки обобщать, не очень любят читать большие тексты, я почему говорю, но мы понимаем, что сейчас есть целое поколение выросло такое фейсбучное, называйте как хотите, и они откровенно говорят, ну, да, видеоклипы я посмотрю, ну, может быть, еще 5, 7, 10 предложений я прочту, но вот эти вот портянки, как они говорят, эти большие тексты я не осилю. Нет такого у вас, не знаю, какого-то страха? Или вы все-таки пишете для тех людей, для того поколения, которые с удовольствием это все читают? И большие формы их не пугают, я бы так сказал. Ну, почему? Я помню прекрасно, когда я училась в школе, были у меня одноклассники, которые тоже смотрели большими глазами на большие тексты, говорили, это я никогда не прочитаю. Это не проблема этого поколения, это проблема грамотных всегда. И неграмотных. Да. Вот. Но я прекрасно поняла ваш вопрос. Да, я пишу для грамотных, безусловно. То есть я не ограничиваю свое творчество фразами «он пошел, она сказала». Я стараюсь все-таки использовать литературный язык. Но я надеюсь, вы правильно поймете, да, что это не реклама, это хвастовство с моей стороны. Я хочу сейчас выпустить новую книгу. Вот я очень, я мечтаю прямо, если получится, времени крайне мало, но я бы очень хотела в ноябре выпустить книгу, которая клиповая. Она абсолютно клиповая. О. У нее еще пока нету названия. У нее есть только идея. Это будет клиповая, клиповая книжка «Раскраска». Раскраска. О, для детей. О латышской мифологии. Так, это неожиданный поворот, да. Сама от себя не ожидала. Ну, тут такая забавная получилась история. Я зарегистрирована на портале «Автор Тудей». Кстати, к вопросу вот предыдущему, да, о том, много ли нынче читателей. Слушайте, ну, я смотрю, как бешено поглощаются, скажем, новинки топовых писателей на этом ресурсе, да, то есть их кто-то читает. Угу, конечно, безусловно. Сотни и тысячи людей, да. Угу. Да, я бы даже сказала сотни тысяч, настолько, да, то есть нет, я не боюсь, что меня не будут читать, если я буду хорошо писать, вот. Ну и вдруг на этом ресурсе, кроме писателей и читателей, есть еще и художники. Художники-иллюстраторы, то есть авторы обложек, авторы каких-то иллюстраций, ну, творческие люди. И один из художников, он немец, почему-то ему понравилась моя книжка «Записки путешественницы», он мне подарил обложку. Я была очень счастлива, мне обложка понравилась, мы с ним познакомились и обнаружили, что нам интересно работать вместе. Поэтому мы сейчас готовим книжку-раскраску по латышской мифологии. Я надеюсь, что это будет, ну, если она выйдет, если я успею все организовать, то я надеюсь, что это будет неплохой подарок к Рождеству. Да, вот я не могу вас не спросить, меня иначе не поймут. Все-таки действительно про недвижимость, про тему, которая вам близка. Вы сказали, что вы начали заниматься вот этой сферой с 1993 года. Действительно, срок очень солидный. Вот в целом я понимаю, что это, наверное, разговор, это отдельная тема, но все-таки сильно изменился рынок недвижимости 90-е годы, вот если мы сравниваем. И вот сейчас, не знаю, 2021 год, он сильно изменился. Я почему спрашиваю? Потому что кто-то может сказать, ну что он изменился? Все тоже в основном 80% советского жилья продается и покупается. Да? Но все-таки изменился рынок? Рынок изменился кардинально. Не в плане жилья, действительно. Да. Ну, как бы есть довоенные дома, есть советской постройки, есть современные. Ну, это все, да. То есть, собственно говоря, очертания недвижимости, они не изменились прямо вот волшебством, да? Изменились люди.
Во-первых, изменились люди. Люди 90-х и люди сейчас – это, ну, мы с разных планет. Реально. Это люди с разных планет. Совершенно другое восприятие мира. Вы понимаете, что если сейчас у меня мой клиент, молодой человек, который покупает свою первую квартиру, то есть это молодой человек, он абсолютно уверен в себе, он прекрасно владеет всеми инструментами электронными, он очень хорошо разбирается в том, что он делает, он все посчитал, он все продумал, и он не пуган. Он абсолютно уверен в том, что если он все сделает правильно по закону, вот все как вот, да, ровненько, да, то все будет хорошо. У него нету вот этого вот того, что было у людей раньше. Потому что лихие 90-е, они в 90-е не закончились. Они еще какое-то время продолжались, и в людях, которые вот попали в эту тогдашнюю мясорубку, в общем-то, они остались, наверное, навсегда в какой-то степени, да? Потому что вот эти современные люди, да, вот современная молодежь, они такие славные. Они точно знают вот все очень ровно, очень спокойно, нету никаких обмороков, нету никаких страхов. Ну, то есть с ними гораздо легче работать, если мы говорим о людях. В то время, да, и потом, ну, будем честными, да, сейчас все безналичные перечисления, никто живых денег не видел. Времена, когда к нотариусу приходили со спортивной сумкой с деньгами, слава богу, прошли. Я до сих пор помню, как мы считали деньги на столе у нотариуса с этой, ну, машинкой, которая, да, определяет, фальшивые, да, или нет. Да. То есть действительно их принесли в какой-то безумной сумке пачками. Теперь все, это нереально. И слава богу. Кстати, мне же, да, проще, потому что, да, будем честными, да, мне приходилось нанимать охрану на сделке. Ну да, потому что суммы большие, это же жилье, да, это же не 100 евро, да. Нет, мне страшно было, мне реально было страшно, потому что люди рассчитываются у нотариуса, и по дороге от нотариуса в банк мы понятия не имеем, кто нас будет ждать за углом. Было страшно. Сейчас, слава богу, этого нет. Вот. Угу. Соответственно, другая публика. Вот, да, но тем не менее, ведь, ну, мне так кажется, я думаю, вы со мной согласитесь, что все равно даже сейчас, при том, что и люди более юридически грамотные, и все эти электронные системы, все равно мне кажется, ну, по крайней мере, я всегда сторонник во всех делах доверять профессионалам, что вот без специалиста, без риэлтора иногда просто не обойтись, даже человека, который вроде бы скажет, ну, я там законы знаю, я все прочитал, там нотариус что-то мне поможет. Мне все-таки кажется, что вот любую сделку должен, особенно по недвижимости, ведь мы зачастую, может быть, это звучит как бы так высокопарно, многие сколько сделок в жизни своей совершают таких больших с квартирой? Иногда раз в своей жизни, не правда ли? Ну, среднестатистически, да, скажем, это где-то 10-12 лет. Один раз в 10-12 лет. В среднем. Да, ну, да, в среднем. Ну, это как средняя температура по больнице. Конечно, да. Кто-то часто, кто-то никогда. Вот. Это правда. Потом вы понимаете, что, ну, действительно, здесь нельзя подходить механически к процессу. Начать с того, что, ну, во-первых, надо правильно оценивать свою собственность, да, потому что если... А я посмотрел, как другие продают, я цену выставил, как другие, миленький. Ты куда смотрел, солнышко? В ССЛВ? Или в ССО, ну, а куда же еще? Да. Сейчас? Да. Да. Ну, так это же не цена продажи, это же цена мечты других людей. Это очень хорошо сказано. Это их фантазии, да? Пожалуйста, да. Да, это то, о чем они мечтают. Это же не совершившийся факт. Это то, о чем они вот задумались, посмотрев опять же на других и решив, что их обоих цветочек намного лучше. Ну, то есть это ничего общего не имеет с реальной стоимостью. Да? Это цена мечты.
То есть это уже ошибка. Дальше, ну, опять же, вопрос переговоров. Вопрос переговоров. Я, например, ну, понимаете, ну, глаз наметанный, да, это как портной сразу видит огрехи в пошиве одежды, да, как сапожник видит сразу, да, вот, глядя на обувь, что там и как. Это просто, ну, профессиональный взгляд, да. Я вижу сразу, это покупатель или турист. А, даже у так. У нас целая отрасль развлечений есть. Туристы выходного дня, которые гуляют от квартиры к квартире, смотрят, как другие люди живут. И при этом заранее известно, и они сами себе сказали, что ничего не собираются покупать, да? Да. Но это им известно. Да. Ну и вам известно, уже теперь, как у кого глаз наметан, да, что это ну, туристы. Да. Ну, как бы я просто это вижу. А куда еще в пандемию деваться, да? Все закрыто, а так ходишь от квартиры к квартире, да. Я шучу, да. Пандемию? Да. Пандемию-то никто не ходит. Нет, я шучу, да. Да. А то есть туризм выходного дня. Мы вам за выходные выклюем мозг, но классно развлечемся. Угу. Да, ну это такие, что называется, издержки профессии. В завершении не могу не задать вам еще такой вопрос. Вот многие считали так, ну у нас же все-таки какое-то стереотипное мышление есть. Вот 2009 год, с чего мы начали нашу беседу, кто-то говорит, ну мы же помним, какой был обвал на рынке недвижимости во время того экономического кризиса. Ну вот сейчас пандемия, всех, такое слово хочу, не знаю, там шандарахнет, да, как люди говорят, и вот и обвал произойдет на рынке недвижимости. Ничего подобного, полтора года прошло, вот кто ждал этого обвала, так и не дождался. А почему, собственно говоря, это другого рода кризис? Почему не произошло никакого резкого падения цен на рынке недвижимости? Что-то где-то небольшие снижения цен было, может быть, очень дорогой премиум-сегмент там в центре города, но в принципе, это Риги я имею в виду, но в принципе обвала не произошло. А почему? Ну, во-первых, банки очень грамотно подошли к вопросу. Они сделали выводы из предыдущего кризиса, и они не наступили на те же грабли, за что я им очень признательна. Если в прошлый вот, кризис, да, это было так, что все, у нас кризис, ты, дорогой наш клиент, должен прямо сейчас вернуть все деньги за недвижимость. Это у нас... Айскрупус банка тогда отличился. Угу. Вот. Ну и остальные банки, в общем-то, тоже были, ну, они как-то были чрезмерно жесткими. А в этот раз, во-первых, сами банки сказали, так, стоп, ребята, у нас кризис, у нас пандемия, мы идем навстречу клиентам. Если вы сейчас платить не можете, мы замораживаем этот вопрос аж на год. Мы вас не трясем, мы вас не кошмарим, мы понимаем вас, мы вам поможем пережить этот момент без дополнительного стресса с нашей стороны. То есть это было грамотно, конечно. Это было очень грамотно. Это сняло очень большую такую напряженность этого вопроса. Да? Я очень благодарна за это разумное действие. Вот. И потом, то есть это первая вот эта вот паника месяц-два, она быстро улеглась именно потому, что никто не чморил ипотечных кредиторов, да, вот это вот все. Никто не мучил их. Ну и потом, мы же не хотим люмпинов платить. Значит, людям нужны крыши над головой. Конечно. Значит, их никто и не чморит. И домоуправление говорит, окей, ребята, мы тоже вас понимаем, мы не будем штрафные санкции насчитывать, там пени всякие за неуплату. Давайте как-нибудь мы вот посмотрим. Самоуправление нам говорит, ну ладно, вот мы там сеньорам двадцатки накинем. Да. Ну, то есть какие-то гомеопатические меры, но они снизили вот эту вот напряженность. Да, то есть нету ее такой острой, как было тогда. Угу. Это во-первых. А во-вторых, наверное, а что кто его знает, в первых или во-вторых, да? Но это, опять же, это мое личное мнение. У людей появились деньги. Люди никуда не ездили, люди не тратили. Да. Люди да. получали пособие. И тратить было некуда. Ну, камон, да, если я
не могу купить себе ни обувь, ни трусы, ничего, ни носки. И в кафе зайти не могу. И путевку, да? Да. У людей появились деньги. А деньги надо вкладывать. А у нас нет в стране альтернативы, кроме недвижимости. Нету. Абсолютно право. Рынок акций – это очень специфический рынок, действительно, для тех, кто в этом разбирается. Поэтому недвижимость – это самое, ну, казалось бы, такое вот, ну, простое, которое приходит в голову. Да. Это то, в чем люди понимают, да? Золото, акции – это все для этого требуются какие-то, ну, навыки, знания, что-то такое вот, ну, понимание, угу, как я с этим потом буду обращаться, да? А недвижимость – вот она. Смотри в окно, и все. И никто ее не утащит в другую страну, да, не украдет, да. Как минимум, да. И уж по крайней мере, да, если нас сейчас пугают все, да что пугать-то, Господи. Мы же тоже, ну как бы люди же тоже понимают, да, они же читают новости, они же видят, да. То один завод закрылся, то другой завод закрылся, да, в Европе закрываются производства. Как можно вкладывать в акции на нестабильном рынке? Это правда. Буквально последний вопрос. Время так у нас быстро подходит к концу. Он такой, я не знаю, в какой-то степени, может быть, полушутя, полусерьезно. Вот сейчас многие, там, не знаю, маститые и немаститые писатели, режиссеры думают, ну как я могу пройти мимо такой темы, как пандемия? Надо что-то написать или снять какой-то фильм об этом действительно такой интересной истории, которую, ну, наше поколение такого не переживало. Говорят, что раз в 100 лет такое происходит. Вот у вас нет такого соблазна взять что-то написать о пандемии? Нет. Ну и замечательно. Нет. Надо все-таки... Не нужно идти, так сказать, в строем. Да, вы абсолютно правы. Я очень позитивный человек. Я не могу писать о том, что печалит. Даже я триллер пишу все равно позитивный, радостные, да, вещи. Ну что ж, это замечательно. Будем читать ваши радостные вещи. Елена Корджева у нас была в прямом эфире посредством Зума. Спасибо большое. Спасибо вам. Хорошего дня. Радио Болткома.